Эй, малолетки! Ой, что там малышки? Малышки. Давай. Эй, малышки, у вас слишком классные стрижки. Эй, малышки, вы мои красавчики. Ребятки, привет, мои хорошенькие. Вы на моем канале Маргарит. Ребят, я так соскучилась по вас, вы не представляете. Здравствуйте, мои хорошенькие. Ребятки, делаем обзорики? Делаем обзорики, мои хорошенькие? Поехали, друзья! Макс Корж, Макс Коржиков, малолетка. Ребятки, не знаю, не слышала. Поехали, друзья. Ребят, поехали. Накупляйте вот так. В смысле, с какого момента вы вместе не работаете? Репетировать, да? Слушай, я не знаю, я с ним месяц назад встречался, мы оставляли ему предоплату за звук. Я буду на тебя. Ой, малолетка! Что ты мне сейчас предлагаешь? Это твой компаньон, а не мой. Ребятки, я боюсь. Они не бандитики случайно? Не, Лёха, ситуация некрасивая получается. Ну понятно, понятно. Ладно, будем думать, что делать. Давайте, держим связь. Есть вопрос, мужики. Что случилось? В Краснодаре не оплачен ни звук, ни свет. Короче, вообще ничего не оплачено. Ни площадка, ничего. Да. Ну что от нас, давно? Это жена, она видит того, кто убежал. Я не знаю, где. Не знаю. Вы не переживайте. Мы с ним делаем концерт. И нам нужно просто с ним обсудить некоторые. Они просто концерт делают. Они музыканты. Ну ладно, а то я прям переживала, думала, бандиты какие-то. Где он может быть? Откуда я знаю? Он меня свои дела не посвящает. Его здесь нет. А где он, я не знаю. Привычки, с кем вы встречаетесь, не ставьте. Где батя? Что-то серьезно. Нет у меня батя. Что он натворил? Не переживайте. Он вернется. Видите, с вашим мужем. Пусть вернется, да? Спасибо большое. Идут по какому-то коридору. Типа кафе, столовая, а может быть ресторан. Вот видите здесь? Плитка везде. Ага. Наверное, ресторан. Ребятки, все равно вот смотришь на их лица, да? Они такие чистенькие лица, да, у них? Чистенькие, выбриты, беленькие такие лица. Но хулиганов-то не похожи они, да, ребятки? Так, это куда пошел? Телефон включен. Глаза, видите? Глаза. Своей жены ушел. К малолетке получается, да, ребятки? Я так думаю, наверное, да? Незаметно сжимается клетка. Незаметно сжимается клетка. Это не пожар, брат, это поджог. И носит клинок, и молча в коронцов. Все это улыбка,
сюда, перекур! Ты давай, братан! Да, встретил другую, помоложе. Родную свою жену оставил с ребенком. Но все равно, ребятки, вернется. Чувствует мое сердце. Вернется, ребята. Я так думаю. Видите, уже стоит один. А это что такое? Идет куда? Потиху прекращай. Садись, шути, потеряешь семью. Хоть это просто быть твоя жена. Да и ваши с пацанами уже стынут дела. Кто не понимает, он закрытый глаза. В голове любовь одна. Ой, малолетка. Ай, малолетка. Как же неплохо. Видите? Ее муж бросил. Видите, как она мучается? Обрывается лента. Пропадал весь год. В итоге жена подала на развод. Сыну объяснил, вырастешь, поймешь. Но в ответ, слышь, пацанов пошел. Опозорил семью. Теперь ты кругом. Видели за ручку, сука, ходишь как клоун. Как ему объяснить, что с взрослым мужиком происходит, когда снова лес? Видите, как он уже вспомнил о своей жене. Где моя родная семья? Где? Вот бежит. Он пришел домой, а там пусты у него все вешалки. Влюблен, неужели на это права не имеет? Переехал с ним в однушку, стал жить на мне. Выходил из дел, в карманы пробелы. Сынок вас смотрит. Неужели убьется у отца? Давай, давай. Не надо, не надо. Раздумай. Ай, малолетка. Ой, малолетка. Незаметно сжимается клетка. Ой, малолетка. Ай, малолетка. Зачем? Вам вот такие малолетки такие вот, ну зачем? Ну один, ну если уж так на то пошло, да, ну на один день встретился, погулял в ресторане, покушал, например, да, чай попил, например, да, ну ты возвращайся домой-то. Зачем ты ушел-то от семьи? Ты ребенку как плохо сделал. Видите, она улыбается, ей все равно. В темноте обрывается лента, ой, малолетка, ай, малолетка. Неужели они не понимают, вот девчонки малолетки, да? На чужом несчастье сейчас не построишь. Вот сейчас ты так сделала, выйдешь замуж, родишь ребенка. Твой муж также тебя отомстит. Ну как отомстит? Понимаешь? То же самое у тебя может случиться. И ты поймешь, как ты сделала больно его жене. С кем изменяла-то, с женатым человеком. Ребята, он его застрелил, что ли? Смотри, это же девочка вроде. Нет, это же мальчик, по-моему. Незаметно сжимается. Ой, стрелил отца, что ли, получается? Ай, малолетка. Ой, малолетка. В темноте обрывается лента. Вот это да. А нет, не застрелил, очень живой он, по-моему. Ребятки, что могу сказать? Очень поучительный клип. Очень поучительный. Ребятки, неужели вот его посадили, этого мальчика? Что-то я не поняла. Он ведь его не застрелил, по-моему. В конце клипа же он сидел, отец его. А почему он в клетке мальчишка? Я не пойму. Ребят, ну вот о чем этот клип говорит? О верности, ребятки. О семейной верности. О любви к семье, к детям. Вот. Не нужно думать. Думать надо головой.
Если ты уже это делаешь, да, делай так, чтобы твоя жена не знала. Ну, пусть она не знает хотя бы. Сыночек твой, чтобы не знал. Ребятки, мне очень понравился клип. Очень. Очень поучительный. Макс Коржов очень хорошо пел. Ну, вообще мне понравился. Клип понравился мне. Ребятки все такие чистенькие, красивенькие. Ну, вообще, мальчик, который поет клип, очень хорошенькие. Голос неплохой, хороший голос, можно сказать. В общем, мне понравилось, ребятки. Можно послушать, очень даже послушать, поразмышлять, друзья. Ну вот и все, мои хорошенькие. Очень вас люблю и уважаю. Пока, мои хорошенькие друзья. Пока.